Очаровательная походка в развалку, колючая внешность и застенчивый нрав. При этом иглы как у дикобраза, нос как птичий клюв, сумка как у кенгуру, млекопитающее, которое откладывает яйца как рептилия. Встречайте ехидну, птицезвери, которая наряду с утконосом является представителем отряда однопроходных яйцекладущих, то есть прямая кишка, мочевыводящие и половые пути имеют один проход. Пока остальные австралийские теплокровные выбирали, что выгоднее, яйцо или сумка, ехидна решила взять сразу все и приспособиться к любым условиям. Самцы ехидны, как и утконосы, имеют на задней конечности шпору, однако в отличие от утконоса, этот шип не содержит яда. Ехидну часто называют инженером экосистем, они тратят невероятное количество времени на копание. На одну ехидну приходится в среднем 200 кубических метров грунта в год, что делает почвы более здоровыми.